Хорошо, что я одежду взял. Это станет холодно. Сейчас будет разница, как ехать. Можно снизу, можно сверху. Давай сверху, там вид больше открывается. Если это первый, то здесь вот вообще развед. Может, не развед. Налево. О, это альтернативный подъем. Прорисую на карте его. Так, что это? Развилка. Слева попроще, справа посложнее. Так ведь? Нет, нет еще. Едем правее.
не все ее выбирают. Скоро понадобится репеллент. В отличие от мотоцикла, на велосипеде ты едешь тихо, слушаешь, никого не пугаешь, не выдаешь своей позиции. На мотоцикле ты пронесся, и если ты остановился, ты все равно шумишь. И все тебя проклинают. Ух ты. Это же не тупик. Блин, это тупик. Фоточку. Круто. Да, надо было с карты свериться. Надо было дальше проехать. Да, да, теперь видно. Надо было дальше проехать. Круто. По мне уже ползают, похоже. Так. Уже протекала вода когда-то. Обожаю брод. Дорога полегче. Длиннее. И менее крутая. Ну тут же шофер дает, да? Да, верно. Верно, верно, верно. О. Будет развилка, надо будет налево повернуть вверх. Направо она пройдет в ущелье.
фурбайке было бы тяжелее, уже бы была первая передача и приходилось бы надавливать. А здесь я могу отдыхать. Направо в ущелье, налево на гору. Окей, на гору. Сейчас будет круто. Жидко. И все, с запасом возьмем передачу. Ух, вон там. Так, сейчас думаем, как тут. Готовимся с духом. Ой. Не ссать. Корни. Оп. Скользит. Еду. Еду. Оп, оп. Доль, доль. Есть. Скользит. Скользит. Еду. Давай. Давай, давай. Есть. Есть. Вот какой толк от контактов в такой местности, когда ты в любую секунду можешь слезть. Ой-ой-ой-ой. Да блин. Сейчас сяду. Фу. Сейчас. Давай. Оп. Поддерживаем обороты. Фу. Ни выше, ни ниже, а ровно столько. Получилось. Еще раз крутизны. Так, вторую. Меня тянет. Тянет. Там кто-то из багажника выпрыгивает, похоже. Нет времени останавливаться. Правой рукой на месте. Похоже,
кто тут ездил, тоже решил схалтурить. Окей. Берем правее. Давай. Давай. Не глохнем. А то. Ой. А сейчас. Третий раз слез. Подожди. Сейчас я. Тут лучше, конечно, идти или бежать. Уметь комбинировать тактики. Ну ладно, поумею. Все равно запрыгну сейчас. Давай. Можно ехать? Нельзя, нельзя. Вот сейчас можно. Есть. Так-то крутить не трудно, но оно сильно толкает назад. Надо здесь без груза попробовать ехать. Так. Можно ехать. Оп. И поперли. Поперли. Не в лицо. Фу. Где там уже конец-то? Вроде 150 метров вертикального подъема от лагеря. Начинаю. Это. Сейчас я брызнусь, и вы отстанете от меня. Что, здесь обратно съезжать надо будет, что ли? Ой, блин. Да ладно, съехать-то. Не страшно. Сейчас. Давай. Едет. Ух. Сколько у меня там в багаже килограмм-то, а? Заканчивается.
Справа Асальпак. Ничего не вижу, солнце светит. А там где-то и озеро. Фу, багаж на месте. Так, одежда. Надо свериться с картой, что ли? Ай-яй-яй. Не, пока сверяться не рано. Сейчас проедем, лес закончится, там будет видно озеро. Да, видно озеро. Кажется, я у финиша. Класс. Камни закончились. Давай. Ощущение, будто я к морю подъезжаю. А если не будет какого-то... Если его видно, не будет вообще. Камива здесь должно быть проезжала. Ну или это пчеловод был. Или у него тут еще одна пасека. Давай. Озеро, где ты? О, нет, еще не здесь, да? Неужели вниз? Надо свериться. Что это справа от меня? Ага, вот. Асальпак. О, до озера еще достаточно. Почти километр. Так, сверимся, что здесь действительно надо съезжать вниз. Да, надо. Надо будет поворот налево перед следующим холмиком. И там уже до озера пара сотен метров. Я окружённый, мне надо медленнее ехать. Ай, колючки.
вода, да? Это вода. Вот. Река, да? Река. Оп. Река. Как ее там? Утазынка. Нет, не утазынка. Подъем сейчас, что я начался. Такое чувство непередаваемое первооткрывателя, когда едешь по дороге, по которой едет всего несколько человек, может быть. И что, когда шансы встретить кого-то ничтожно малы, что тебя кто-то будет слушать, ничтожно малы. Ты здесь один и не так далеко от цивилизации при этом. Ну что, вот спуск, потом он кончается, поворот налево и уже будет рядом озеро. Как это озеро вообще могло здесь оказаться? Да там болото будет, а не озеро. Но мне какая разница? Шел бы чай попить. Кукушка. Я ведь не пропустил никакого поворота. Так, горка, да. Вижу холмик, горку. Рядом будет озеро. Классное место. Прекрасная картина. Оу, щет. Мне надо было правее ехать. Ну, блин. Ладно, попробуем по этой дороге. Там надо направо держаться правее. Правее я никакой дороги не увидел, да? Или увидел? Или не увидел? Thank you.
Фу. Так, становится непроходимо. Лучше, наверное. Так, короче, за этот холм надо заехать. Эта дорога будет идти в другую сторону, не туда, куда мне надо. Куда она будет вести? Надо увидеть, куда она идет. Ну вот, куда-то туда. Пора обработаться. Обшикался. Теперь меня не будут кусать. За этой горой 355 метров озера. Или возвращаться, или так пробраться. Я думаю, надо так пробираться. Что у меня? Опыта нет по полям ходить, что ли? Есть. Так. метров. Не так уж и много, чтобы пройти даже пешком. Надо сказать, что здесь, в лесу и в горах, темнеет раньше. Поэтому надо не задерживаться здесь допоздна. Сейчас сколько времени я выезжать буду? Кожа блестит от этого спрея. Фу, запах приятный. И никого рядом не летает. Чего я раньше им не пользовался? Теперь всегда надо брать с собой. Это не спрей-то, я разве. Вполне дешевая вещь. Какая-то скала. Ой, блин, извините, в камеру торчало. Если вообще это кто-то будет слушать. Слушайте, смотреть. Я потом расставлю тайм-коды, чтобы было возможность скакать. А не все смотреть. Фу.
Что это за скала? Есть ли у нас тут геокешинг или нет? Так, нависает, возможно, там даже есть следы человека. Ну что, есть следы человека? Нету следов. Нету. Возможно, мне будет клещ сидеть какой-нибудь. Но я осматриваю периодически. Колючие растения ноги царапают. Но это не так больно. Сейчас из-за деревьев я, конечно, не увижу никакого озера. Давай на самую вершину. Это не Асальпак, вон другая вершина. Ну, не знаю, буду ли я на него еще подниматься. Зеленые шишечки. Так. А где озеро? Вон, 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 вижу воду. Вижу воду. Надо было, наверное, все-таки на дорогу возвращаться. Так, сверимся карты. Чик. Эй. Не-не-не-не-не. Так, чик-чик-чик. Ага, прям передо мной за деревьями озеро. Да? Так, ну что, спускаемся через лес прямо к нему. Раннинг! Без байкинг! Так, ну я тут не буду ехать, потому что под высокой травой лежат бревна. Какие штуки интересные. Сказочная поляна. Муравейник. Нет, дерево упало. Райл Раннинг. Вижу озеро, вижу воду. Ой, там, и там, и там. Так, сейчас выйду в середину, и надо понять, с какого края лучше его обходить. Или не выйду к берегу. Сейчас окажется болото. Давай.
фотоаппарат уже. Ну да, с этой стороны кусты и следы машины. Машина. Ладно. Значит, она нам говорит обходить озеро с этой стороны. Да, и со стороны леса ничего нельзя поделать. Так. Угу. Та дорога, наверное, сюда-то и вела как раз. Аисты. Всегда выбирайте дорогу. Если утыкаетесь в тупик, то лучше разворачивайтесь, а не идите через лес. Подходы к озеру. Сейчас уже до конца его объеду вокруг. Ну, если не будет подхода, то я тогда просто подойду к озеру через кусты и посмотрю на него. Ну вот же стена. Стена растений и вода. И все заросло камышами. Так. Забыл проконсультироваться с медведями или волками. Есть они тут или нету? Не, ну волков нету, но медведь. Есть же медведь один возле деревни. Это Тубинский. И местные его знают. Так, тут утоптанная поляна, да? Нет? Так, возможно, тут и останавливаются люди. Ага, вот. Вот тут вот я и вижу озеро. Так. Вон там можно подойти поближе. Сказать, увидел озеро, устроиться здесь негде, так что я думаю, поеду обратно вниз, там есть беседка, там я и попью чай и поеду домой. Собственно, вокруг озера объехал.
Не ожидаю я увидеть больше никаких подходов к озеру. Так что все, обратный путь. Это или это? Этот. Так, холмик. Дальше съехать. Дальше вершина Асальпак. Если у нее пригожий вид, то я, собственно, там устроюсь. Ага, вон она. Да, ну это же покряхтеть придется, чтобы забраться туда. Это же по новой взбираться надо. Я буду ехать вниз, пожалуй. Аисты. Нет, не улетайте, я еще не достал этот аппарат. И отстойте. Летите в мою сторону. Блин, надо фотоаппарат на... Там, где могут быть аисты. Такие медлительные вещи. Разгоняются, делают несколько шагов, расправляют крылья и взлетают. Им не нужно много усилий. Ой. Они здесь живут. Я же здесь проезжал, и в прошлый раз тоже были аисты. Они держатся на этом озере, наверное. Прокинуть, если бы это был, ну, картел, или я тупо сидел бы. Так, вот тут вот я и повернул в лес. Я их замыкаю в петлю. Черные сосны.
Ой. Вот наверх нет никакой дороги, как я туда буду? Вперед. Ну, свет. Не в этот раз. Дорогой еще раз. Специально ради горы, да? Что такое? Что за грохот? Кто у меня упал? Никто не упал. Все на месте. Кто гремит? Лазь отсюда. А кто там гремит? Ладно, не сейчас. Грубо все. Прошло само собой. Ха! Фу, блин, насекомое. Слишком мелкое, чтобы проживать. Это холодно, надо одеться потеплее. Ой. Я-то, кажется, не этой дорогой ехал. А? Да, точно. Я же там снизу где-то проезжал. Вижу город. Это что, можно здесь устроиться, что ли? Забраться наверх. Да, надо здесь устраиваться. Я пошел. Собственно, мне самая верхушка-то и не нужна. А мне просто ровная площадка нужна. Ну и укрыться от ветра. Вот это. Это. Эти камни мне подходят. Ай! Это колючее! Так-то, чем выше идти потом, тем дольше спускаться. Я устроюсь здесь. Так. Солнце уже низко. Тепло мне от него не будет. Гамак не понадобился. Опять же. Или не опять? О! Да, я могу нормально поесть. Да, нормально поесть. Чай попить. Все ради чая-то я замышлялась. Надо было шапку какую-нибудь взять. Что мне сейчас и на голову одевать-то? Так, давай. Сразу кипятим. Ставим. Укрывшись от ветра. Кофе происходит, что ли? Нет, это чай.
Ай, нафиг, давай кофе. Давай кофе. Чай потом. Вон, тут три ложки. Три ложки, да? Вот полторы. Кофе. Мне консерва. Так, всякие печеньки. А где консерва? А, вон она. Ну что ж. Оп. Давай тоже подогрейся, что ли. Будешь стоять ведь? Она станет горячей, я не смогу ее взять. Так, сейчас. Простите, обратно положу. Давай же, место. Я не здесь кипятил. Тут. Так, так, я могу толкнуть самое. Не шевелись. Куда ты едешь вечно? Вот так вот. Потрещит. Так, что я там вчера наклал? Давай. Так, печенье, казинаки, вафли. Хлеба у меня. Трещит, фиг с ним. Хлеба у меня нет. Еще печеньки кунжутные и заварные из пекарни. Из пекарни. Давай. О. Последний кусочек пирога жена испекла. Жена, блин, бурлит. Уже нормальные салфетки в прошлый раз были. Даже и подтереться нельзя. Так. Инструменты. Наверное, надо убавить. Что-то комары рядом крутятся. Может. В чем дело? Может, действие эликсира кончается? Не горит еще. О, брызгается. Закипает. Ладно, дам еще времени. А пока. Что у нас тут первое? Чай. О, порвался пакетик.
Да. Вкусную я по традиции оставляю напоследок. Мемка. Что там? Не горячая. Уже не горячая. Чай на пакетиках. Ладно, пока ты будешь стоять, пока буду есть, нужно еще вскипятить. Это надо будет забрать с собой. Я могу вас выбрасываю только воду. Так. Как будто я в космосе. Ну, в смысле, на космической станции. Все движения должны быть выверены. Никаких лишних движений, да? Все должно быть в пределах досягаемости. Так. У меня бы была другая посуда, будь я профессиональным путешественником. Так, у меня домашняя. Зато горелка у меня профессиональная. Картошка, да, с мясцом. Прогрелась. Да, нужен хлеб. Хлебом будет вот это печенье. Не сладкое. Какое оно там, швейцарское, что ли? Чувствую, маловато будет. Чуть маловато, да. Уже доедаю, кажется.
чай уже не горячий. Видимо, вода остыла еще в алюминиевом ковшике. Быстро остывает, быстро нагревается. Титановые стальные нагреваются медленнее. Нагреваются медленнее. И остывают медленнее. Но нагреваются медленнее. Мне не хватило. Не хватило. Ну так и было задумано. У меня есть еще всякое. Я вообще за чаем приехал ведь. Так. Меня не кусают комары, потому что вот это вот 80 рублей, кажется, стоит. На 10 раз, наверное, хватит. Или больше. Круто. Так, там еще. Пузыри еще не появились. Последняя. Без 29. В 10 часов еще не темно. Так что я могу не торопиться. Халву можно было и дома поесть. Но здесь она вкуснее, конечно. Интересно, сколько за сколько времени закипает в настоящем туристическом котелке? Как он там называется? Бойлер, наверное. Кипятильник. У китайцев что ли купить? Там ведь две посудины сразу.
котелок и кружка. И с ручками, которые складываются из титана или стали. Да, если я только буду чаще так ездить. Ну, чайка. Фу. Кукушка совсем рядом. Да, ну непонятно где я, чего я. А, вот. Здесь связи нету. Остается, оно закипает не так быстро, как могло бы. Наверное, надо просто прибавить газу. Вот так вот. А потом газ кончится. Ну ничего, куплю еще один баллон меньшего объема. А этот дома добью. В огороде буду чай себе делать. Ха-ха. Ну что, действительно медленно, что ли, закипает? Может, еще надо газа прибавить? Вот так вот. Ну, крышка должна быть. Да. Ладно, я посмотрю, запишу. Как это? Туристический котелок. Посмотреть китайцев. Туристические котелки. Десять минут же прошло. В местных магазинах нету этих котелков. Я уже посмотрел. Там все на охотников, рыболов ориентировано. Это не таких, как я или мы. Ну давай, кипи уже. Вот, закипело, да? Закипело.
много звуков птиц всяких появляется. Я там проезжал, похоже. Туда вниз уехал. А надо было направо. Ну зато я смог вокруг озера объехать. И отсюда я еще вижу места. Нет, я в следующий раз сюда не поеду. Я поеду сразу возле старого Сибая. Направо от дороги. То есть на северные холмы. Там нету таких лесов. И там уж мы так не бывали часто. Странно, ты кипишь или нет? Ай, обжегся. Так, давай. Так ты кипишь. Ручка, которая не дает обжечься. Нормальная ручка. Еще этот ковшик в домашних условиях показал закипание за литр воды на горелке, на плите. Закипание что-то там за 4 минуты, что ли, литр воды. А другой алюминиевый ковшик без антипригарного покрытия за 5 минут. Там разница была в минуту, и она была ощутимой. Может быть, здесь медленно получается из-за того, что слабый ветерок есть. Надо ставить у стенки всегда. Но у меня сейчас не было особого желания искать стенку, хотя она позади есть. Мне кажется, я все съем. Я думаю, вот это видео без всякого монтажа целиком залью на YouTube. Он же дает мне это место. И ничего не просит взамен. Залью. Расставлю некоторые там коды. И совсем не буду надеяться, что кто-то посмотрит это. Просто сам буду их смотреть иногда. Можно, конечно, в Google фото залить и никому не показывать. Собственно, да. Но там нельзя тайм-коды поставить. Хорошо, что вчера не поехал. Вчера была облачная погода. Не было бы никакого удовольствия. Заварные печеньки. Какие звуки. Ну, по крайней мере, кружку профессиональную туристическую мне уже не надо. Эта маленькая кружка-термос годится вполне. Что-то я даже не чувствую, когда я заканчивать-то буду. Все, кофе есть.
он так, как меня никто не будет смотреть. Я могу говорить все, что хочу. По-моему, место внутри заканчивается. Больше чая делать не буду уже. Так, как раз горелка остывает. Ковшик высыхает. Что еще? Пирог. А, вафля. Комары интересуются, но сделать ничего не могут. Это перекладу, перелагу сюда. Так, пирог самый последний, самое вкусное. Дома этого уже нету пирога, я его вчера припас. Лена сделала пирог. Ну, конечно, не я же. Все, я больше не могу. А здесь что было? А, посуда. Все, собираюсь.
Одна бутылка воды остается. Вместе со стандартным питьем у меня ушло две бутылки воды только. Где-то 1,2 литра, что ли. Так, ремень не застегивается, надо ослабить. Одежду одел, потому что... Вот так. Складываемся, складываемся. Стало еще холоднее. Зря возил. Вот так вот. Насып на дно. Это сюда. Туда. Так, пригодится это тут. Туда. Туда. Ты что здесь валяешься? Ой-ой-ой. Остатки еды сюда. Пусто. А, вот так сделаем. Оп. Так, теперь ты влезешь. Пустая бутылка. Фу-па-па. Застегиваем. Ой, блин, опять. Это что еще такое? Стало холодно, голова даже стала замерзать. Время 9 часов. Готовимся к спуску. Очки. Очки понадобятся, потому что будут насекомые. Хоть они и темные очки-то. Готово. Готово. Ура! Фу, фоточку. Давай фоточку. Так, повернись. Вот так, крючок. Опа. Не, вот так это.
да. Фу, да. Сейчас будем спускаться другим путем. Этот каменный осыпающийся. На первом же повороте надо свернуть направо. Надеюсь, он меня не заведет. Куда-нибудь там вглубь совсем. Так, все пристегнуто. Так. О, тряпочка потерялась. Ну, так и следовало. Все, можно трогаться. Никакого мусора я не оставил. Посидел на камне. Ты же не вывалишься. Ну-ка. Ладно. Ощущение, будто бы я тут 5 лет просидел, как давно я не садился на велосипед. О, баул-то легче стал заметно. Че, это всегда что ли? А, там была вода. Там была вода и одежда. Не хватает как. Так, ладно, если не увижу поворота, то я буду спускаться той же дорогой. Незачем себя сейчас усложнять жизнь, искать другую дорогу. Холодает ведь. Ай, что это? Что это? Ай-яй-яй. Ё-моё, как неудобно. Ну-ка я гляну на карту, потому что где тут еще одна дорога? Так, она передо мной сейчас будет разветвляться. Ух, как тут холодно. Коряга, блин, напугала. Грибник подумал. Крючок. Не вижу пока разветвления дороги. Ну что, пока получается тот же, тот самый спуск. Придется побояться, потому что слишком круто.
возможности уехать. Седло, что ли, спустить вниз, как эндуро. Или справиться так, как кросс-кантри. Камень прыгнул. Неприятно он ударил. Какой нафиг эндуро в наших краях, а? Вот кто здесь будет быстро съезжать? Покажите мне этого человека. Когда вон какие булыжники валяются. Так, этот камень длинный, я помню. Надо было его домой взять, наверное, да? Я не могу назад спрыгнуть, если что. У меня там сумка упирается в ноги, в бедра. Так что я буду так ехать. Ну вот как бы. Конец спуска. Тормоза не вскипели. Не могут они вскипеть. Там же масло, которое кипит совсем не при тех температурах. Так, это я тут так вот сюда направо. Вот и все, заканчиваем. Не разгоняемся, потому что может быть возможность упасть. Ну или брыкать оно будет. Тут еще колея слева, в которую можно влететь. Уши мерзнут. Надо быстрее домой сейчас. Пальцы мерзнут уже. Ну вот, я еду по колее. Она меня стянула туда. Она скорость, если стянет, придется падать. Удержаться ты не сможешь. Ты же не профи.
набираю на такой скорости, на таком ветру. Ну, если мчаться быстро, то через полчаса я буду дома. Но я не буду быстро мчаться. Финишировать я буду на площади, как того требуют каноны. Каноны требуют нормальный оборот или что? Место, где я начинал подъем в гору. Отсюда уже можно ничего не снимать. Отсюда просто прямая дорога. На этом конец эфира. Спасибо за внимание. Всем пока.